Всем привет! Сегодня разбираем мелодию хита, который посвящается всем нам, любимым девушкам. Итак, из чего же состоит наша мелодия? По сути, тут всего несколько мелодичных фрагментов. Вся остальная песня держится на харизматичном исполнении певицы. Но мы с вами разберем все с начала до конца. Мы начинаем с нотки соль и идем вниз на соседнюю фа, через одну на ре и подряд вниз до си бемоль. Теперь скачок через одну черную наверх и снова вниз подряд. Теперь скачок через две наверх на ре и вернулись на ля и поднялись на си бемоль. Через одну на фа и между ними соль. Вернулись на си бемоль. Очень много будет фрагментов вокруг одной нотки. То наверх, то вниз, то наверх, то вниз. И подобным образом. Дальше. Закончили на си бемоль. И идем дальше с нее же. Скачок вниз через одну на соль. Снова вернулись на си бемоль. Скачок на фа. Снова от си бемоль. Скачок на соль. И на фа. И вернулись на си бемоль, на соль. Дальше начинаем аж с нотки фа. Раз, два, три, четыре, пять. Через пять на шестую наверх. Через одну на ля. И подряд вниз. Следующий скачок. Была ля. А начинаем с нашей си бемоль, но на октаву выше. И по хроматизму, по самым соседним клавишам вниз. Дальше возвращаемся к нашей си бемоль. И скачок на нотку ре через три наверх. Снова от си бемоль. Снова на соль. Снова от си бемоль. И опять скачок через пять на шестой на нотку фа. И через одну наверх на ля. И пошли подряд вниз. Следующий очень красивый мотивчик. С нашей снова си бемоль. Через одну на ре. Через одну на фа. И соседняя соль. И подряд до си бемоля. Скачок на фа. Вернулись на си бемоль. И пошли вниз по хроматизмам. Теперь через одну на ми. Вернулись на соль.
Вы можете вернуться к началу разбора по ссылке в описании к этому видео и попробовать сыграть еще раз целиком разбор этой мелодии с моими комментариями. А если вы хотите просто еще раз повторить мелодию вместе со мной, уже без моих слов, без объяснений, без разъяснений, давайте сделаем это. Я сыграю целиком фрагмент песни, а вы можете смотреть либо на ноты сверху, которые находятся над клавиатурой, либо смотреть на то, как играю я на своей клавиатуре, и попытаться повторять за мной на своем инструменте. Буду играть немного спокойнее, чтобы вы успевали. Ну что, поехали? Ну-ка напишите в комментариях, знали ли вы эту песню или нет. Хотите научиться играть мелодию этой песни на фортепиано сразу двумя руками? Пишите мне на email, который находится в описании к этому видео, записывайтесь на урок, и вы научитесь это делать. Еще больше уроков разборов смотрите на этом YouTube-канале или ищите в группах в соцсетях, например, где вы нашли это видео. Подписывайтесь на этот YouTube-канал и жмите на колокольчик, чтобы первым увидеть следующий урок-разбор. До встречи!